Вітаю, шановних земляків! В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні тут, в студії «Коліс ТІВІ», ми зустрічаємося з членом національних спілок письменників України і Росії Іриною Євсою. А розпочати хочу от з цього вірша вашого, Ірина Олександрівна. «Представляю, як в морі входив Мандельштам. Робка, боком к волне, що спадає шипіла». Дно вслепую следуя, словно считал раз и два, и как школьник зубрящий Шопена, зубы сжав, чтоб в сражении с волной ледяной не нарушить порядок движений прилежных испугливой оглядкой. А вдруг за спиной ироничный смешок европеянок нежных. А когда наконец он решался и плыл, то не кролем, не брасом, а как-то иначе подбородок повыше поднять норовил, задыхался и к берегу греб по собачьи, и с несчастным, заплеванным пеной лицом выбегал, заслонившись усмешкой жалкой. А вот Брюсов, наверное, отличным пловцом был. Он дам не боялся и ладил с дыхалкой. Винсент, а часто вам вот так видятся и вспоминаются великие поэты, наши и современники, и те, которые давно ушли из жизни? Ну, я даже не могу сказать, часто или редко, потому что ты же просто все время в этом течении живешь, да, в течении литературы. И тут совершенно не важен век. В какой-то момент, в каком-то случае, я вся набита вообще цитатами, очевидно, до отказа, вспоминаю, что Державина, то Пушкина, то Лермонтова, Мандельштама, само собой, да. И, ну, просто вот литература как единый временной поток, если можно сказать. И в нем вот я себя чувствую нормально, хорошо, как дома, собственно говоря, и все мне родные, от Мандельштама и до Третьяковского. Скажите, пожалуйста, а вот в прошлом году, когда мы с вами встречались, мы в основном говорили о вас как о переводчике. Занимаетесь до сих пор переводческой деятельностью? Сейчас нет, такой у меня как раз вот в год наступил перерыв, а в основном вот я занимаюсь собственными стихами или кого-то редактирую. Из поэтов и знакомых, и поэтов, которых уже нет на этом свете. Ну и, соответственно, и пишу свои стихи. И вот у меня как итог своих стихов вышла книжка. Это книжка избранного, но и с большим включением новых, последних написанных стихов мною. Вот это ваша книга «Юго-Восток», да? Да, она называется «Юго-Восток», да. В этом нет никакой политики, это абсолютно географическое название, можно сказать, по среде обитания, потому что, понятно, юг – это Крым, в котором я, собственно, много лет подряд, десятилетий, я бы сказала, провожу какую-то такую немалую часть жизни, ну и Харьков. Ну, жизнь не просто так, а потому что у вас там собственность. Ну, конечно, там, да. У меня там дача, да, я там принимаю своих родных и друзей, и вообще это тоже, вот, собственно говоря, такой домашняя часть света для меня, Крым. Можете что-то почитать, потому что поговорить о книге и ничего из нее не почитать, это, наверное, было бы неправильно. Я тогда почитаю что-нибудь из крымских. У меня такой есть большой цикл «Береговое». Это место, где я живу, под Феодосией там. И постепенно какие-то стихи в это «Береговое» прибавляются. Ну вот я оттуда что-нибудь. Ну, соответственно, с друзьями мы путешествуем. Поэтому вот это стихотворение как раз о путешествиях и будет. «Шумные, словно античные боги, в древних атузах ползем по дороге, ноет дитя, мельтешащую ног, к нам приблудившийся лает щенок. Сколько молчанья в безлиственных лозах, слева застывших в трагических позах, клоны Медеи, сошедшие с ума, морщится сторож, такая зима. Вот оно, озеро это лесное, здесь и достанем вино разливное, сыра косичку, лепешки кругляш. Ноет ребенок, он хочет на пляж. Как ни крути, а карабкаться надо в гору, вдоль каменных чаш водопада, где асфадели на склонах цветут. Надо.
Но лучше останемся тут, в небо глядеть, опираясь на локоть, пить огурцы малосольные лопать, вирши чужие бубнить вчетвером, в то, что античные, что не умрем, веря, как эти, у глади озерной, вредный ребенок и пес беспризорный на загрубелой от зноя траве, впавшие в сон голова к голове. Это стихотворение вошло в этот сборник? Да. Да? Ну, еще у меня же там такой цикл есть, называется он «Южный вокзал», собственно, не цикл, это, по сути дела, вот большая часть книги, которая в этот сборник вошла и вот из новых стихов. Ну и такое. Называется «Песнь песней». Прям по-библейному. Я вообще переводила же в стихах, у меня вышла эта книга «Песнь песней». Вот. Но это не перевод, это и не часть перевода, это просто отдельные стихи. Ты как море, арбузом пахнешь, он шепчет ей, от макушки до пят, как море ты солона. Я на ощупь могу найти меж твоих бровей золотистую родинку, вот она. Не сбежать ли хоть на неделю, он говорит, в заповедную волость, где никакой нас крот не отроет, на Корфу, скажем, или на Крит, но ладонью она ему зажимает рот. И тогда они слышат, как хлотком звеня, дребезжа, как цикады, звезды выходят в чат. Он бормочет: «Не спи, не спи, обними меня». И она, обнимая, вздрагивает, стучат. То орехи сбивает ветер. Ну что ты, что? Нет, фонариком светит. Не открывай, замри. Но уже он в потьмах, нашарив свое пальто, натыкаясь на мебель, быстро идет к двери. Теплый свитер спеша натягивает она, не умея попасть в просторные рукава, повторяя как мантру: «Только бы не жена». Сердце в горле, грохочет поездом Керчь, Москва, за собой волоча, сминая слова. Сосед с перепоя решил, что в дом забралось варьё. «Ты не спи, ты не спи». Он верхний включает свет и, застыв на пороге, не узнает ее в этой беженке жалкой, лет 45, губы в ниточку сжаты, словно ушла в отказ, как последний экспресс, что мог бы ее спасти, но стоянку свою прогавил на этот раз. Стихи чаще пишутся под кофе или во сне тоже? А если во сне приходит рифма и приходит тема? Как правило, если во сне что-то приходит, никогда этого не помнишь. Потом бывает такое, что во сне кажется, что написал прекрасные стихи, но если начинаешь их восстанавливать, это полная чепуха. Нет, у меня не пишутся во сне, я их пишу обычно утром на какую-то так, все-таки свежую и ясную голову. Ну, как правило. Ну, в общем, когда стихи пишутся, они могут написаться где угодно. В трамвае, где полно людей, в автобусе. Они не пишутся только дома, если ты знаешь, что в доме есть люди, и каждую секунду кто-то может зайти и открыть дверь в твою комнату. Вот тогда ты в напряжении, и ничего не получается. Понятно. А если в трамвае, в автобусе, что есть ручка под рукой? Нет, а я никогда не записываю ручкой. Я пока это всю жизнь с юности, пока я не напишу стихотворение там в голове у себя, притом со всеми исправлениями, со всеми коррективами, я никогда его не записываю. И мне кажется, что если бы я записала половину стихотворения, я потом бы ни за что его не дописала. Поэтому вот сначала там, а потом уже... Я, собственно, их все помню от первого практически до последнего. Ну, читаю просто, чтобы не бояться сбиться и не заставлять слушателя напрягаться и относиться ко мне с состраданием.
Ирина Александровна, а если вдруг вас находят в интернете ваши стихи, новые стихи, издатели журналов, это, как правило, они таким образом подыскивают себе страничку с вашим именем или иначе это все происходит? Нет, ну кто-то сейчас из редакторов журналов, я, собственно, во всех этих журналах была опубликована, вот это, те, которые мы называем толстыми журналами, да, «Знамя», «Новый мир», в общем, журнал «Звезда» питерский, «Орион» и многое. Но у меня очень смешной был случай в этом году в Коктебеле на Волошинском фестивале. Как раз главный редактор «Ориона» мне говорит: «Ирина, а почему вот вы не присылаете подборку новых стихов?» Я говорю: «Понимаете, не сочтите это за какую-то позу, но я с юности никогда, пока меня не попросят, никуда не посылала стихи». Поэтому вот наступило такое время, когда меня стали просить дать подборку. Иногда сложности бывают как раз у меня, если новых стихов на эту подборку не набирается. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло в 20 лет, не сегодня. То есть тогда бы, наверное, это меня радовало больше. Как к своему дню рождения готовитесь? Никак, абсолютно. Я его вообще давно уже никак парадно не отмечаю, потому что, ну, собственно, а что праздновать? Я считаю, что праздновать нужно, когда тебе 25, ну, максимум 30, а потом, когда тебе уже 80, если ты дожил. Ну, просто праздновать уже год за годом хотя бы вот это, что ты дожил, и ты живешь, и ты еще в сознании, ты способен собрать гостей, накрыть стол и быть веселым даже. Ну, а этот промежуток, я считаю, что это не такое важное событие в жизни других людей и в своей собственной. Вот. Ну, если кто-то ко мне забредает на огонек, то я его не выгоняю. Ирина Александровна, новая книга готовится? Для новой книги уже есть зачаток какой-то? Новая книга у меня готовится, она должна, ну, если все будет нормально, если все мы будем живы, у нас сейчас мир опасный, напряженный, все стремительно меняется. Вот, она у меня тоже выйдет в Москве, вот, в другом издательстве. Это вышло в издательстве «Артхаус Медиа». Вот, она, да, я даже знаю ее название, она будет называться «Альменда», что в переводе с немецкого «Общая земля», или еще есть такой перевод «Ничейная земля». И я хотела бы в ней как раз собрать все за много лет написанные крымские стихи. Мне больше нравится «Общая земля», чем «Ничейная». Да, мне тоже нравится. Но иногда бывает, что «Ничейная» в результате становится «Общей». Бывает и более трагический исход, да, когда «Общая» становится «Ничейной». Ну, будем верить в лучшее. Знаете, думайте о хорошем, и будет хорошо. Уступили Жак, захмелевший паре, что кругами ходит, грозя войной. Пляж трещит цикадами, хари-хари, Кришна-Кришна, море шуршит волной. Уступи им пирса, сырую плитку, не впервой тебе потешать народ, принимая всех, кто в твою калитку наобум толкнет, убегая от. Сколько их застряло в сезонном быте, где паук в пылу смертоносных па мотылька вращает на липкой нити, сам себе Нуриев и Петипа. Уступи им глину заросших соток с отпечатком четким твоей ступни, под орехом стол петушиных глоток, хориямбы хриплые, уступи. Все равно ведь кончится беспределом, переделом, пьяной пальбой в ночи. Но покуда в чистом сидят и белом, проскочи к воротам, отдав ключи, чтоб, сияя бритой башкой на фоне синей тучи, ливнем набухшей тьмы, уменьшаться, путаясь в балахоне цвета перемолотой куркумы. Ну и вот могу такое прочесть осеннее. Называется оно «Начало осени». Еремеич, как прапорщик на поверке, топчется у ворот,
сгоряча подрядившись безмужней Верке вскапывать огород в ненадеванной лучшей своей рубашке. Турция, как-никак, он кулечек дешевых конфет ромашки мнет в трудовых руках. Че жених тормознул? Он краснеет густо, но не отводит глаз от заразы, что ловко сечет капусту, горкой сгружает в таз, хорошо посолив, набивает плотно в банке. Уйдя в пике, златоглазка на миг прилипает к потной, гладкой ее щеке. Он копает, рыхлит, конопатит щели. Что еще, говори? А у Верки горят на красивой шее темные янтари, так и тянет, но зыркнет училки строже. Руки, мол, придержи. Ну и ладно, одно донимает. Кто же ей наточил ножи? Витька, что ли, по прозвищу Хари Кришна, приторный, как цукат? Еремеич вздыхает, цикад не слышно. Нет, говорит, цикад. И в надежде на борщ размышляет грустный стопочку или две. Головой алаферно качан капустный катится по траве. Ну что ж, я желаю, Ирина Александровна, чтобы у вас эта книжка состоялась, а за ней еще одна и еще одна, чтобы собрание ваших книжек полнилось и полнилось. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Спасибо. Это была программа «Слобожанщина. Слово», в которой принимала участие член Национальных союзов писателей Украины и России Ирина Евса.